Красивые, ухоженные, спортивные, активные, приятные собеседницы. Кто-то скажет, обычные современные женщины. Так и есть, только счастливее в 5 раз, ведь именно столько детей у любой из них. Накануне, внимательно изучив информацию о каждой семье, их пригласили в Брестский горисполком по очень важному поводу. Именно этих женщин сочли достойными высокой награды – ордена матери. У нас есть такая традиция вручать ордена матери. На уровне администрации района, на уровне города попали в этот указ прещанок 4 семьи. В теплой дружеской атмосфере шел разговор о каждой семье, увлечениях, интересах детей и самих женщин. Затем перешли к самой ответственной части – награждению. К ордену прилагается денежная премия, цветы, полезные в хозяйстве подарки и сладости. Награждение ордена многодетной матери. Это будет очень приятно. Родить и, главное, достойно воспитать 5 и более детей – вот условия представления к ордену матери. Всего в этом году такой чести удостоились 15 брещанок. И для каждой эта награда станет семейной реликвией. Сегодняшняя встреча, конечно, не забудется. Очень волнительно, трогательно. Спасибо и Александру Степановичу, и Николаю Васильевичу, и всей команде, и нашему президенту Александру Григорьевичу, что посчитали нас достойными этой награды. Очень приятно. Труд матери большой, эмоциональных затрат очень много. Ну, я не одна, я с супругом. Вместе мы все преодолеем и справимся, и постараемся воспитать наших деток достойными членами нашего общества. Закончилась торжественная встреча. Она останется памятной и дорогой для каждой из женщин. Материнство – это трудное счастье, но оно стоит того, чтобы вновь и вновь слышать детский смех и переживать ни с чем не сравнимые моменты. Да, конечно, с детишками тяжело, но то счастье, которое они дарят, и я не знаю, это того стоит, и, возможно, у нас еще будут маленькие. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».